Итак, ребята, всем добрый день. Это Олег, вы на канале Легенда 306. Сегодня расскажу вам немного информации, куда я пропал, чем занимаюсь, почему не выходят видео. Ну и в целом про то, как я живу. Поэтому начнем сегодняшний так называемый влог. Почему не выходят давно видео с покатушек о тачках, о постройке и о прочем? Сейчас немного поменялась ситуация. Я продал последний автомобиль Land Cruiser 80. Вот, сейчас временно без автомобиля, но процесс покупки я не откладываю. Рассматривается множество вариантов, это патрули, Нивы, да в принципе, наверное, любой внедорожник, который будет удовлетворять моим требованиям для того, чтобы отвезти душу на выходные. Вот, поэтому вы не расстраивайтесь, видосы обязательно будут, будет автомобиль, на котором мы будем выезжать и месить грязь. Конечно же, интересная компания, интересные люди, интересные маршруты. Немного о жизни, как сейчас у нас обстоят дела, чем я занимаюсь, как проходит моя жизнь, где работаю и так далее. Давайте немного расскажу. В Питере я живу уже будет вот-вот как год. Я устроился, живу в своей квартире, все хорошо. Работаю на предприятии по производству вездеходов. Называется оно Альянс компании «Восток-Запад». Мы производим вездеходы «Лось» БВ-206. Это сочлененный двухсекционный вездеход гусеничный. Очень интересная техника. Кому интересна эта тема, просьба перейти в мой инстаграм. Там очень много ссылок на этот вездеход, на наши покатухи. Вот. Я работаю там контент-мейкером, веду социальные сети. Это инстаграм, вконтакте, группу в телеграме. Ну и, конечно же, снимаем шикарные ролики на YouTube. Я думаю, многие из вас уже видели эти ролики и насладились в полной мере. То есть эта работа на самом деле очень интересная. Ну а когда ты работаешь на интересной работе и как бы это связано, в общем, с твоим восприятием мира, с твоим хобби, помесить грязь, поездить по болотам, интересная техника, новые знакомства, то это интересно вдвойне. Это что касается работы. Также я напоминаю, под заказ я привожу абсолютно любые запчасти, комплектующие, тюнинг, колеса, диски, подвески, лебедки, багажники, да, в общем, все, что угодно для обычных автомобилей, ну и, конечно, для ваших внедорожников. Также производим тюнинг, легкие доработки, если вам нужно что-то исправить, поставить какое-то доп. Оборудование, милости прошу, нахожусь в городе Санкт-Петербург. Что касается еще одного вида деятельности, которым я сейчас активно занимаюсь, это продажа, покупка, осмотр, отправка автомобилей. Могу оказывать следующие услуги. Сейчас уже много-много автомобилей было осмотрено, в принципе, много автомобилей было отправлено. Есть такая услуга, что могу выехать в Петербурге, в окрестностях Петербурга, осмотреть любой автомобиль, проверить толщиномером, проверить документы, то есть проверить по различным сервисам, ну и, соответственно, дать вам полный отчет. По цене услуг, это, конечно же, пишите мне в личку, в инстаграме, ВК, в принципе, все соцсети будут как бы у меня в описании. То есть, какие услуги полностью могу предоставить? Выезд, осмотр, покупка, отправка автомобиля, то есть доставка по городу эвакуатором, отправка автомобиля автовозом в любую точку России. Также очень важный момент, это перегон автомобилей по России в любую точку, по всей России, ближнему зарубежью выезжаю, занимаюсь перегоном машин, то есть можно с любой точки в любую точку перегнать любой автомобиль. По ценам, конечно же, пишите мне в личку, я вас сориентирую, расскажу, что сколько стоит. Вот, уже перегнан не один автомобиль, люди довольны, большой стаж, большой опыт, все меня и так прекрасно знают, что накатал очень много километров по нашей необъятной родине и не только по нашей родине. Поэтому пишите мне в личку за более подробной информацией. Так, начнем немного с автомобилей. Здесь у нас стоит Skoda Karoq, это мотор 1.4 турбо на DSG, машина у нас 21 года, на машине пробег 12 тысяч километров. Пройдено нулевое ТО, машина вся в родной краске, в идеальнейшем состоянии. Вот, два комплекта резины зима-лето, новые колеса, два комплекта ковров, комплектация очень хорошая. Что у нас здесь есть? Что у нас здесь есть? Вот такой вот классный салон, Hockey Edition версия, Ева ковры, плюс есть родные ковры. Вот такой вот классный руль. Вот, свежая машина, мультимедиа, CarPlay, климат-контроль, подогревы лобовика, подогревы сидений,
Вот, электроручник, подогрев задних сидений. Да, в общем-то, есть все, что душе угодно. Машина состояние новое, машина очень классная, очень крутая, беспроблемная. С одним собственником на гарантии до 2025 года. Вот, цена старт машины 2,4 миллиона. Для, конечно же, знакомых, друзей, подписчиков предусмотрены скидки. На крыше вот такие вот рейлинги для крепления различных грузов и кофров. Машина сел, поехал, вся обслужена, в идеальнейшем состоянии. Это один из наших, конечно, лотов, которые есть сейчас в наличии. Далее. Вот такая вот шикарная рыженькая Нива. Что по Ниве? По Ниве это у нас получается 2017 год, 43 тысячи пробега, вот такой вот красивый рыжий цвет. Пробег 43 тысячи, это родной оригинальный, без единого ДТП, шумовиброизоляция сделана, фаркоп, вот такая вот шикарная свежая резина, машина вся обслужена, фильтра, масла, все заменено, вот такой вот шикарный у нас салон с ЕВА-коврами, подогревы сидений, кондиционер, гидроусилитель, ветровики, музыка, в общем, все на машине есть. Цена на машину 650 тысяч рублей, конечно же, с торгом. Состояние просто идеальное. Кому интересно, ссылки на все автомобили я буду отправлять. Пишите мне в личку. Ну и сейчас пройдемся, посмотрим на третий лот, который присутствует у меня в наличии. Это Volkswagen Polo 2017 года, 83 тысячи, нет, 85 тысяч пробегу родного. Машина из Сибири, без единого ДТП, вся в родной краске. Также фильтра масла все поменены, вся машина обслужена. Новая летняя резина, ЕВА ковры в салоне. Вот, мотор 1.6, автомат. Получается, комплектация All Star, очень хорошая, беспроблемная машина, в принципе, от слова совсем. Вот она стоит. Сейчас вам немного расскажу и покажу по машине. Получается, новая резина стоит у нас. Вот она, абсолютно новая резина Polo. Комплектация All Star. Вот такие вот накладки на пороге классные. ЕВА ковры в салоне. Мультимедиа, климат-контроль. Здесь у нас кожаный мультируль. Вот, подогрева сидушек. Коробка, автомат у нас стоит. Очень хорошая машина, без единого вложения. Вся в родной краске, не гнилая, не ржавая. Цена, старт 1 050 000, машина в наличии. На учете стоит в данный момент на мне. Вот, без единого ДТП, напомню, вся история автотека чистая. Машина в полном порядке абсолютно. Вот такой вот внешний вид дам по машине. Вот. Это та информация, которую я хотел до вас донести. Я никуда не пропал. Не пугайтесь, не теряйтесь. Скоро будут новые видосики на канале. Определяюсь с тем, какую машину взять для оффроуда. Поэтому по коммерческим вопросам вы знаете, что какие услуги я теперь предоставляю. Не стесняйтесь, пишите абсолютно с любым вопросом ко мне в личку. Переходите в описание, подписывайтесь на мои соцсети. Самая активная соцсеть, это, конечно же, Инстаграм. Вот. Для тех, у кого нет Инстаграма, либо нет VPN и прочего, оставлю номер телефона в описании. Там есть мессенджеры, WhatsApp, Viber, Telegram и прочее. Можете написать лично мне и задать абсолютно любой вопрос. Поэтому всех обнял. До новых встреч.